Друзья, всем привет! Хочу показать 2012 год Honda CR-V. Автомобиль был у нас приобретен на страховом аукционе одному из наших оптовых клиентов для дальнейшего разбора его на запчасти. Автомобиль имеет в основном задние повреждения, задний удар. По передней части автомобиль полностью целый, как мы видим. Фары передние, они рабочие. Заглянем под капот, посмотрим работу двигателя. Работа двигателя у этого автомобиля отличная. Все жидкости и масла присутствуют. Все в порядке. Капот у автомобиля тоже целый, имеет минимальные вот такие вот сколы. Если это видно, минимальные. В общем, он полностью целый. Крыло имеет вот такой заломчик минимальный, вмятинку, если это видно. Диск у автомобиля передний, вот так он выглядит, он весь покорябан по кругу. Резина вот эта одна, мне кажется, она целая. Резина хорошая, но одна, потому что остальные они все самостоятельно как-то разулись, разбортировались. Дверь у автомобиля целая. Покажу обшивку двери, она в плохом состоянии, она вся вот так вот выглядит, грязная, корябанная, не советую ее даже брать. Водительская тоже вся заляпанная. По панели безопасность все это целое, в основном сработала безопасность в сиденьях, в крыше, и крыша вся вот порвалась, имеется санруф, люк, как говорится, имеется тут, панорамы нету. Бывает, я не знаю даже. Но сиденья у нас все взорвались, тоже они все плохие. По задней двери она уцелела, хотя удар вот и пришелся в эту часть. Дверь уцелела полностью целая. Дверь хорошая, но обшивка тоже какая-то вся замусоленная. Удар был в заднюю часть серьезный, погнула всю крышу вот так вот. Крыша полностью уже не годится. Кусочек заднего фонаря целый. Остальная часть поломана. По крышке багажника с виду она целая кажется, но она имеет дефект и удар. Позже покажу. Вот задний отбойник выглядит как-то так. Он целый. По крышке багажника сразу же показываю. Вот ее полностью дефект, залом. Вот так ее заломало. В общем, она в плачевном состоянии. Ее только если разбирать. Стекло. Имеется тут вмятина. Задний диск хороший, шина плохая. Дверь. Дверь открывается. Дверь не задела, дверь хорошая. Стеклоподъемники, как вы видите, рабочие, открылись, закрылись. Посмотрим пробег на автомобиле. Стеклоподъемники рабочие. Все закрывается, открывается, все отлично. На автомобиле у нас всего 139 тысяч. Ошибок по мотору нету. Мотор работает отлично, климат работает. Вот такой вот был видеообзор на 2012 год Honda CR-V. Ну, на этом все, всем пока.